Всем доброе утро! Сегодня я иду на примерку платья для финального пост-шоу. Уверена, что Леночка стилист подберет для меня самый лучший наряд. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. Здравствуйте. А ты меня красишь? Нет, вот блин. Знаю, ты уже красишь. В смысле? Прямо, я тебя. Мальчик тут красит? Да. Да, да. Ты не шутишь? Нет, конечно. Даша, ты что не здороваешься? А так вот мы дружим в Инстаграм и в жизни. В жизни она даже со мной не здоровается. Ой, подружки! Класс, очень красиво. Ой, давай сфоткаюсь. Мне сегодня первый раз в жизни макияж будет делать мужчина. Артём, кстати, зовут. А вам когда-то делали мужчины макияж или нет, интересно? Сегодня на телеканале СТБ от проекта «Холостяк» есть второе шоу, проект «Я открытый замеж». Так вот, мы с девчонками собрались здесь для того, чтобы рассказать вам о том, как изменилась наша жизнь после проекта, что вообще происходит в реалиях каждой из нас. Ну и, конечно же, мы собрались здесь поговорить о главном — о любви. Смотрите, включайте и не переключайтесь. Ну что ж, сегодня финальное пост-шоу проекта, и завершится удивительная история под названием «Холостяк». Для меня это прям огромный такой этап жизни, после которого я очень многое для себя поняла. А чего нам какие-то вещи вот заблестим как-то, да? Никогда шампанское не открывала. Хрустальные бокалы наполняйте. Наполняем хрустальные бокалы. Пинкови. Давай наш самый топовый тост. Тут у нас такий красивий на пошоу. Ну, Богдан. Ну, признавайся, ты що наступний холостяк? Надім мене відмітить, підписуйтесь. Да, я следующий холостяк. Но ще непонятно, какого сезону. Ну, не точно. Холостяк 20-30. На самом деле, самое обидное, то, что меня позвали на пост-шоу холостяк. В принципе, на холостяк, когда я уже не холостяк. Это, конечно, тай-таке. Максимально. Хайпуем. Максимально тай-таке. Вот отличное описание.